Лучше всего в этом году подрядчикам удался подземный переход в рабочем поселке. Единственный объект, который не вызвал нареканий ни по срокам, ни по качеству выполнения, говорят в Пермблагоустройстве. На стенах и потолке перехода объемные изображения морских обитателей. Кроме того, была отремонтирована система водоотвода, заменены ступеньки, освещение и установлены пандусы для маломобильных групп населения. Что касается дорог, то на сегодняшний день уже завершили ремонт на 40 объектах. На остальных подрядчики устраняют недоделки, чтобы успеть к установленному контрактами сроку. 1 октября по текущему ремонту и к концу октября по капитальному. Пушкина закончена. Там недоработаны немного заездные карманы. По Сибирской работы закончат, но надеюсь, что ночь будет сухая сегодня. Ну и газета «Звезда» здесь у нас пришла небольшая задержка, поскольку утрясали наши теории по генплану, ну и реальность существующая по парковочным карманам. Вот тут мы немного тормознули работы, но сейчас продолжаются, и я думаю, что тоже к понедельнику это будет завершено. При сдаче выполненных работ большое внимание уделяется качеству ремонта. На место выезжает дорожная лаборатория, специалисты берут пробы асфальта. Если образцы не соответствуют нормативам, подрядная организация обязана все переделать. Объект не принимается до устранения дефектов. Екатерина Плевщикова, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.